краешки. Вот так. И оп, закручивай. Вот это да. Ну как вы, друзья, вы посмотрите, что вообще творится. Марфа сама делает курасаны. Вытечет, вытечет. Теперь вот так вот раскатывай. Вперед, вверх, вниз, вверх, вниз. Оп, простите. Молодец. Вот так. Молодец. Вытечет, вытечет. Отлично. Вот это отцепим. Вот так вот. Раз. И давай. Вот это отцепим. Стой, 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 Марфуша. Марфуша, давай вот это отцепим. Угу. Кати. Молодец. Вот, все. Убираем эту штуку. Теперь берем с тобой резалку. Я сама. Я знаю, что ты сама. Я только помогу тебе направить угол. Нет, я сама. Сама. Убери одну руку, оставь одну руку. Теперь вот отсюда, вот сюда. Давай. Угу. Давай. Отлично. Теперь отсюда, вот сюда. Вот так вот. Давай, кати. Отлично. Теперь отсюда, вот сюда. Давай, 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 давай. Отлично. А теперь вот отсюда, вот сюда. Вот как, Марфа умница. Теперь что будем делать? Накладывать шоколад? Мама, давай я буду накладывать, а ты сворачивать. Давай, а я буду сворачивать. Так. Что это за озвучку? Так, отлично. Только краешки не зацепляй, постарайся в серединку положить шоколад. Отлично. Заворачивай. Давай, я буду заворачивать. Кстати, не пофиг, ну потому что я маме помогаю. Ну классно же помогаешь. Давай, накладывай. Кстати, альтернатива шоколадной пасты Нутелла вообще ничем не отличается. Молодец, дочка. Она пока еще со скидкой, видимо, какая-то новая, я не знаю, но очень вкусная. Очень. Еще положи, да? Это у нас скоро сам будет большой. Нам надо много шоколада. Помогать? Сворачивай. Еще чуть-чуть добавь, это круассан большой, а шоколада мало совсем. Чего там разгавкались? Молодец. Вот так вот. Все, теперь давай я сверну. И оп. У нас будет несколько красивых маленьких, да? Ты закладывай, я сворачиваю. Давай, все, договорились. Я закладываю. А давай мы его, знаешь, каким сделаем необычным, мы его без шоколада промажем, чтобы он был вообще вкусный, да? Да. Прям, чтобы вообще был вкусный, 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 специально для Марфушки. Давай, сворачивай. А ты посмотри, ну это же вообще невероятно, просто красотка. Просто я заметила, как мама это делает. Ты талант, Марфуша, талант. Ты просто вообще великий кулинар будущий. Даже если ты не будущий великий кулинар, ну то ты вообще молодец у меня. Это тоже сделаем хитрый такой, да? Давай. Молодец, умница. Ай, красотка. Пятый день курасана стряпала. Дочке понравились курасаны, да? И мы их пластаем каждый день. Сейчас, сейчас, сейчас. И красиво еще здесь сделаем такую полосочку, да? Шоколадную. Вкусную. Вот, 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 вот. Вот. Как я вообще эту аскезу выдерживаю? Друзья, я же этого не ем. Я вообще это не ем. Я даже не пробовала. Не то, что чего-то там. Меня ждут мои 50 килограмм, поэтому умница. Сама поставишь в духовочку? Да. Давай. Ну, думаю, что я так оставила капяток. Нет, держи вот так за два краешка. Я тебя научу. Вот здесь вот. Вот здесь держи, здесь так.
Давай, давай, я буду помогать. Я открываю духовочку, она у нас начала нагреваться. Под нижний ряд и заталкиваю. Вот так, теперь закрывай крышечку с этой стороны за ручку. Молодец. Ты все молодец. Ты как включилась? Я уже все включила. Вот у нас время, и она когда запищит, ну ты карауль ходи, помнишь, как я не ложилась пить, да? Уже облизывается, сидит. Молодец, малыш. Ну вот, друзья, что получилось у Марфуши. Какие красивые. Я забыла снять, они уже подостыли. Ну, ой-ой-ой. Короче, получилось у нее все очень-очень красиво. Шоколад вытек, но это не главное. Главное, что они вот какие у нее получились. И она их делала сама.